have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, это мир Кены, и мы будем медитировать. Во время медитации я вам сейчас вкратце расскажу пару вещей. Во-первых, когда, как вы видите, я прошел этого босса за кадром, вы ничего не пропустили, только сам файт, и то вы его пропустили только частично, потому что вы видели все его приемчики еще с прошлого раза, когда я ему снимал полжизни, даже больше, чем полжизни. Я его убил, на это ушло несколько попыток, и некоторые вещи, например, когда он заключает тебя в такую пятиугольную тюрьму, по идее, это розовая стена. Нам игра говорит, через розовые стены можно пробиваться рывком, когда ты ставишь щит и нажимаешь левую кнопку мыши, и ты такой щух пробиваешься через эти барьеры. Из этого щита так нельзя выбраться, из этой тюрьмы пятиугольной. Что я делал? Мне приходилось ставить щит. Этот щит держал мне урон, но его не выдерживал. Потом он взрывался, я получал маленький кусочек урона и стан на несколько секунд. Это единственный способ. И еще была такая фишка, когда он посылал большую такую розовую волну. Опять же, розовая стена, и было бы логично, что рывком через нее можно протиснуться, но нет. И увернуться от этой волны тоже никак нельзя, поэтому от нее получаешь урон. И еще он спамит, и еще он делает кучу разных атак, телепортируется за спину, отправляет белые шарики. Ну, это все вы видели. Короче, я что-то нашел этот момент, что все боссы практически одинаковые. У них у всех, независимо от размера, молниеносные атаки. Они все вызывают себе на помощь всякого типа древесину. Они все атакуют через всю карту. То есть они выглядят по-разному. Ударчики у них немножко разные. Но все боссы примерно одинаковые. Одинаково вредные. Ладно, с детком я еще не говорил. Помедитировали, поехали дальше. Привет. Я знал Тоши, еще когда он был мальчуганом. Я наблюдал, как он дорос до вождя. Фига себе. А почему ты вождем не стал? Ты же старее, то есть старейшины становились... Ну ладно, забейте. Он глубоко заботился о нашем народе, но мы потеряли столько людей, что это подвигло его на ужасные деяния. Какие, например... Хорошо. Правда. Все, до свидания. Это все, что ты мне хотел сказать. Очень ценная информация. Спасибо, я очень ценю. Пожалуйста, ваш звонок очень важен для нас. Мы вам перезвоним. Снег. Снег всегда красиво. Я обожаю, когда в локациях есть снег. Снег это классно. Надеюсь, у меня с ним будут тут связаны хорошие, приятные впечатления. Внутрь я, конечно же, не попаду. Зачем? Камушек перемещения, ну и типа... Угу. Ясно, понятно. Тогда пойдемте в дальний, что ли, раз нам тут больше делать нечего. Нам дали, кстати, духи Таро... Чем тут вот этим? Вот, Ктоши нам дали... Ну, воспоминания. Еще два собрать, ну, видно по порталам, что их будет два. Я надеюсь, что... Ну, в смысле, я надеюсь. Дальше будет только хуже, игра же должна становиться сложнее. Но, да. Я все-таки надеюсь, что дальше мы с вами как-то сможем продвигаться более по-человечески, что ли. Итак, мы на месте. Кстати, ребят, ну, не знаю, если вы вдруг досмотрели до этого момента, это довольно поздняя серия в прохождении, то я не знаю, кому сейчас я буду рассказывать это, то, что я хочу сказать, но я все-таки это скажу. Кто говорит, что, мол, блин, вот этот барьер так тупо устроен, смотрите, он просто тупо опрыгивается и все. Мы сейчас пройдем, и он что-то активирует, ладно. Так вот, типа, ну, раз тебе не нравится игра, не играй. Или что ты критикуешь, раз тебе не нравится... А, это типа, что барьер выводит нас в призрачный мир. Так вот, то, что не нравится, не играй, тут я полностью согласен. Но тут есть одно но. Я считаю, ну, это мое личное мнение, что если ты играешь в игру для себя, она тебе не понравилась, и ты ее дропнул, окей, все хорошо. Но это игра для канала,
И по сути, я тут играю не только для себя, а в том числе и для вас. Поэтому мне кажется, что бросить игру — это, ну, в какой-то степени неуважение к зрителю, потому я как бы скреплю зубами, но продолжаю проходить, потому что мне кажется... как отсюда? Да уж. Мне кажется, было бы неправильно бросать, и типа кто-то там такой брал, смотрел 12-13 там серий сколько-то, и потом просто сказать человеку, ну знаешь, чувак. Понял. Сказать, ну знаешь, я тут решил бросить игру, так что вот то, что ты до этого смотрел, ну пофиг на тебя. Так, не тот порядок, да? Я понял. Не тот порядок, а в каком порядке? Погодите, в прошлый раз у нас были свечки, которые нам бы подсказали. Тут есть фонарики на реке. А тут что нам может... А, звезды, видите? Да, в этот раз я заметил. Тут одна звезда, тут три звезды и тут две звезды. Именно потому, что я уже сталкивался с подобной загадкой, сейчас я уже могу, видите, найти на нее решение. Причем здесь это что ли более явно? Ну или это потому, что я был уже к этому подготовлен? Я не знаю, как это объяснить. Но эта загадка решается относительно несложно. Ага, нас портнуло на острова. Круто. Скажем так, если бы вот эта загадка была первой, я не знаю, насколько бы быстро я ее решил, но поскольку мы уже сталкивались с очищением храмов, и там была такая же фиговина, что в нужном порядке нужно нажать, а порядок ты не знаешь, тебе нужно искать подсказки вокруг где-то. Тоже ничего нету. Ага. А, понял. Оно тикает. О, да. Файт на маленьком островке. Это же так интересно. Ага, вижу тебя. Чпунь. Мы разрушаем. Туда можно приехать. А можно, кстати, и не приезжать. Можно пойти дальше. А что нам даст дальше? А теперь я туда уже не вернусь, да? А, погодите. Может быть... Ладно, не ясно, непонятно. Да? О! Нет. Ага.
принципе, нормально. Если не стрелять по бомбам сразу, а, допустим, просто давать им самим взрываться, тогда ты, по сути, и везде успеваешь. Здравствуйте, еще один файт. Здравствуйте, там. Я тебя видел. Да ну не то! Так, ты не добитыш, иди сюда. Платформочки, видите? С каждой такой платформочки, типа, нужно стрелять, да? Ну или не с каждой, а как минимум с верхней. Там же просто тоже есть платформа. Погодите. Понятно, что это первое, потому что она загорелась, но... А-а-а. Чё, серьезно? Нет, я сюда не допрыгиваю. А как я сюда должен допрыгнуть? Понял. Вот сюда, пожалуйста. Я надеюсь, это не на время будет. Сейчас посмотрим. Я примерно понял. У нас есть 4 стрелковых позиции, с которых нам нужно попасть сюда. Опусти, пожалуйста. Выстрели. Мишка, я попал или где? А, оно не потухло. Я думал, оно на время. А ты у нас... Второе. Вот тут третье. Это неправильный порядок, да? Там 4 звезды или 3? Ну ладно. Может, там не столько в порядке, сколько в точности дело, чтобы ты стрелял именно в нужную. А, тут 3. Да, это не, неправильный порядок. Я понял, тут... Да идите нафиг, слушайте. Да ты еще поуворачивайся мне тут. Все, успокойся. Так, это была третья. Это была, видимо, четвертая. Это у нас первая? Или вторая? Выглядит как один. Давайте тогда так. Один. Вот это была вторая. Это третья. Ты. Ой, ну в смысле четвертая. Это вторая, да? Хорошо, тогда теперь верхняя, по идее, если я все правильно понял. Третья. И четвертая, я мог выстрелить на нее сразу, или мне нужно обязательно отсюда?
Все. Несложно, просто трудоемко, так скажем. Надо было сразу просто обратить внимание. Хорошо, мы оказались... Где? В Караганде. Ладно. Сюда мы можем добраться, там взорвем, проползем. Это вроде тоже все видно. Все прозрачно. Иди сюда. Тут не место для медитации случайно. А выглядит как будто да. А что это? Что это такое? Я же отсюда уеду, да? Мне кажется. Мне не кажется. Я бы уехал. А, нет, тут просто наверх. Куда я иду? И зачем? Сработало сохранение. Минуточку, я что, по... Я по обязательному пошел, значит, то другое, то, что я видел, оно было второстепенным. Уху-ху. Здрасте. Так, хилка. Ясно? Хилка, понятно. Тут сейчас у нас будет еще один файт. Жаль, что тут нельзя сбросить, например, моба куда-нибудь там. Нет, я не хочу применять тлен сейчас, спасибо. Это мое единственное средство спасения будет потом. А, ну их две. Ну, как обычно, две хилки дают на босса. Хотя это, ну, практически бесполезно, но ладно. Мне надо ударить. Мне кажется, сейчас нас накроет большим тазиком. Чертово воспоминание. Почему все сводится к файту? Почему нельзя просто по-человечески? Еще один, блин, этот самурайской внешности. Вот эта часть, она такая полностью в японщину скатывается. Ну, привет, привет. Фигулина. Минус шляпа. На два заряда мне хватает этого. Причем он не особо... Это, по крайней мере, сбивает ему атаку. А, теперь это работает. Видимо, значит, я просто... Видимо, я тогда слишком поздно нажимал в прошлый раз, когда я бился с прошлым чоком, потому что теперь в этот раз оно работает. Не-не-не-не-не, поставь меня на место! Уворот! Угу, спамщик, еще один спамер. Иди отсюда. Блин, ну это я уже сам понахальничал.
Ай-яй-яй-яй! Я пошутил насчет Ха! Да встань ты! Да я не вижу! Я не вижу, что происходит! До свидания. Ну, этот, видите, слился с первого раза. Ну, с другой стороны, он не вызывал, не телепортировался за спину, не вызывал всякое говно, не заключал меня в тюрьму, не стрелял по мне самонаводящимся белым этим. Ну, этот гораздо проще, чем предыдущий. Ну что ж, получается, если мы пойдем сейчас сразимся с третьим, и третий кажется хотя бы таким же, как этот, а не как предыдущий. Ну, ладно. Я готов идти дальше. Обнаружена реликвия. Супер. Мне еще 4 вот этих вот... медитировать прямо здесь? Воин, доступного шляпа для тленышей. То есть под конец мне просто тупо дают 3 места для медитации. То есть предыдущий, вот это, я так понимаю, что следующее. Просто чтобы подготовить меня к финальному боссу. Прошу заметить, кнопка Backspace больше нигде в игровом процессе не участвует. Исключительно здесь. Так, здесь у нас семечки, кстати, не хватает. Так, чувак. Многие, кто вставал на путь самосозерцания, звонили в этот колокол в надежде получить напутствие от наших предков. Когда, пока деревня едва выживала, Тоши нашел здесь новые ответы. Тоже абсолютнейшее полезнейшее знание, спасибо. Видимо, это цветочки, в которых наша хпшка хранилась, а не цветочки с капелькой, так что я мог напутать. Это вполне могло быть. А там... Там внутри что-то есть. Смотрите. Там внутри не текстурка, там внутри что-то есть. А как туда попасть? Сюда спрыгнуть. Не получится. С этой стороны вроде нет. Не, я еще раз провалиться я туда не могу. Видимо, она слишком толстенькая у нас для такого, чтобы провалиться туда, да? Это же было бы слишком. Я же не буду еще раз драться. Я не хочу в это бить еще раз. Ну его нафиг. Слишком опасно. А с этой стороны у нас... С этой стороны тоже ничего нет. Ну туда внутрь, наверное, как-то можно попасть. Я думаю, если еще раз ударил бы по колоколу, то может он упал бы. Или с ним что-то бы случилось. Можно я не буду? Да, я не буду все это обратно телепортировать. Ну просто есть камень. Его просто можно... Ну а вон там что тогда? Я уже пожалел, что я поплыл. Она плавает без ускорения. Мне придется еще ждать. Тут есть какая-то тропа. А, я по ней пришел, погодите, да? Я на этот остров уже телепортировался, только с другой стороны. Но я тут не мог переплыть, потому что оно было в говне тут все. Хорошо, все, валим отсюда. Осталось нам последние воспоминания достать. Вот, и потом... Нет, я подвинуть хочу. Откуда нам ближе будет? Я думаю, что, возможно, нам будет ближе отсюда, с центра деревни. Посмотрим. У нас, по-моему, ближе не было ничего. Я вот штуку стрелял. Хорошо. На этой развилке нам... Нам наверх, по идее. Вот сюда, да, сюда. И потом направо.
Но там же еще не очищено. Как я там пройду? Значит, нам как-то дадут пройти, я знаю. Это мы уже открыли. Вот сюда, по дорожке, да? А, да, теперь мы можем тут опустить мост. Видимо, потому что... Почему? А, просто так. Этот район, по идее, должен быть еще засран, потому что я его еще не очистил. Мы очистили вот этот район. Здесь должно быть все в этой грязи. Но теперь мост свободен, и теперь тут можно пройти. Все нормально. Л, логика. Путеводный камушек сразу открылся. Там можно подраться. Сейчас посмотрим, хочу ли я это делать. Очень подлый ход от разработчика делать вот такую вещь. Ты просто выходишь за зону, и они все просто исчезают, твой процесс обнуляется, и все хорошо. Да я тебе помашу сейчас, блин. То есть тебе говорят, не-не-не, сражайся здесь. Ты очень умный, ты очень хитрый. Нет, вот это не считается. Мы хотим, чтобы ты сражался здесь, поэтому будет так. На! Надо мелочевку сначала посшибать. А потом в глаз тебе! Интересно, на нем это работает? Да, работает, это их станет неплохо. Хорошо. Хоть какой-то способ появился с ними драться, вот за счет этого рывка. Так, это мы... Эти тоже сократим. Это мы перевернем. Стрелковое состязание, мне это не надо. Not interested, как говорится. Так что лесом идите. Новый район, который... Это через дорогу у нас есть ребята, с которыми можно подраться. А зачем нам это? Ну, как бы оно, да, в деревне, но... Это какая-то почта духов, которую я не открыл? Или что это такое? Почему здесь... Да, здесь почта духов, которую я не открыл. Все, тогда лесом идете, мне это не надо. Если найду, то, может быть, вернусь сюда. Если не найду, то, как бы, все. По-моему, это вторая почта духов, которую я сейчас вижу и которую мы не прошли. Потому что я где-то что-то не нашел. Поэтому я не буду сейчас сильно что-то заморачиваться. Да! Ну где оно? Да хорош! Блин, оно... Там какие-то два пикселя не пропускает. Вы серьезно? Хорош. Все, успокойтесь. Туда внутрь, конечно, можно попасть. Делать этого, конечно же, не буду. Ну, я не знаю, может... Может, и буду? Не, не буду. Ну его. Куда мне? Мне вот сюда. Тут проход, вроде как здесь. Вот это можно очистить тоже. Чепуньк. Проехали. В смысле пропустить. А, тропа охотника. Ага, тропотника.
Посмотрим, что нам предложат. Очередные страшные головоломки. На удивление, конечно, я не знаю, как пойдет дальше, но на удивление, пока что эта серия идет относительно спокойно. Да ладно, ну я же уже эти... Это было сейчас максимально тупо. Я же уже телепортировался вперед. Но, блин, нет, меня вернуло и засыпало. О, да, конечно, давайте, ага. Не попал. А теперь мы с тобой поговорим. Вы откуда? Зачем я его нажал? Кто бы знал. Но файт закончится, мне восстановятся все три, да. Так что это не страшно. Тут... А что тут? О, странная метка такая, сейчас надо посмотреть. Это ничего не делает. Ладно. Нет, так нет. А что там насчет прокачнуться? Улучшение. Главное, чтобы не ухудшение. 625 экспы у меня. А, вот это, оно требует 300. А вот это требует... Не знаю, а что плюс четвертый уровень тлена? Четвертый уровень тлена это еще 4. Найденыши, я не уверен, что они у меня вообще будут. В любом случае, оно идет через это. Поэтому это прокачаем. А ты будешь у нас... Ну почему стоимость не показывает? Ну, блин, вам лень, что ли? Ну, это как вообще? Идеальный натиск. Пройди мощную атаку в нужный момент, чтобы нанести огромный урон. Было бы у меня время на мощные атаки, обязательно бы этим занимался. Хорошо, у нас получается 3 навыка невкачанных. Может, отсюда? Нет. Но я тогда не знаю, чего вы от меня тут хотите. Рисунок тут явно неспроста. Но чего от меня хотят разрабы, я не знаю. Честно говоря, наверное, просто мне неохота сейчас с этим разбираться. Что за лазерная растяжка? Ну, я ее вижу. А как ее убрать? Просто перепрыгнуть, что ли? Неэлегантно. Ну хорошо. Там еще одна растяжка. Вводят у нас новый геймплей, видите ли. Жалко, что они не обезвреживаются как-то. И чё? Хотя... Да, во время боя, наверное, это было бы неуместно, что ли. Можно пойти так, можно пойти так. Давайте глянем. Что нам дают обе эти тропы? Тут можно капельку, да? Давайте я сразу ее задену. Получается, мне их проще разминировать сразу, чем ждать, пока начнется файт, и потом мучиться. Оно утонуло. А, ладно. Ну хорошо, мы это все поубирали. Как мне... А, понял.
Этого хватит, не хватит? А, хватит, понятно. Вот сюда, пожалуйста. Нет! Да ну блин! Ай! Я же на земле был, ну что ты как этот-то? Дракона можно и разбить. Хорошо. Все, отпусти. Типа я вот с этим драконом пойду туда в начало сейчас. Нет, не пойду. Вы ошибаетесь. Это слишком долго. Может есть какая-то ачивка, если все... А, ну блин, ачивки. Погодите. В эпике есть ачивки? Я не помню. По-моему, есть. Я что-то забываю, что игра не из Стима. Ну, Сазан! Спасибо. Обувь мне предлагаете? Можно пройти тут, можно пройти тут. Но она же не цепляется, она же тупая. Ну чё, блин. Допрыгнуть можно, да, только нужно вот так вот. По-человечески нельзя было сделать. Короче, я же говорю, там, где вот не нужен зацеп, его везде ставят, ты допрыгиваешь. А там, где вот не помешал бы зацеп для перестраховки, ну нет, тебе это не нужно, обойдешься. Еще зацепы тебе. Угу. Сейчас ты хочешь зацепы, потом ты захочешь игру ровную. И что еще захочешь? Так, две хилки разнесены очень далеко. Три хилки. Ой, блин, это плохо. Ну что, игра обычно очень жадничает и говорит, тебе две хилки хватит. Но если здесь дают три, значит здесь будет что-то очень фиговое. Я вижу этого оленя. Да ну я же... Очень было, ну типа, ну я же попадал, просто оно не долетало, и ладно, пофиг, забейте. Главное, что сработало. Ну что ж, третий файт, посмотрим, как оно сейчас все будет. Третий зомбяк, этот не зомбяк, ниндзяк, что-то у меня зомбаки-ниндзяки. Третий ниндзя. Давайте он не будет летать во время... Блин, он еще и лучник. Просто забейте. Просто, блин, забейте. Это... И чё? Ты просто не летай через деревья. Да... Что за, блин? Сраный спамер. Да. Да ну, блин, я за деревом был. Ты что, дебил, что ли?
А, он приземляется только чтобы пострелять. А он еще и в воздухе стреляет, и вообще все хорошо. Да, хорошо, я понял тебя. Что это было? Ты нормальный вообще? Меня просто телепортировало ему за спину, чувак такой, а, окей, я тогда тебе в спину понастреляю. А, мне кажется, на этом серию можно, по идее, заканчивать. Потому что я буду с ним сражаться точно так же, как и с предыдущим боссом за кадром. Ну это какой-то дикий спам, это вообще... Да, он никого больше не вызывает, но... Нормально, пробивай через пенёк, через все. Да, ребят, не, я не буду сейчас тратить на это свои нервы. Давайте, на первом боссе мы начали, третьим боссом закончим. Я как раз его за кадром убью. И мы с вами тогда уже в следующей серии пойдем, наверное, к Тоши, к Тосе, к Анатосию. Не знаю, как его тут еще называть. Вот. Пока что. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодышек. И всем покеда.